Всем привет, с вами Ольга Чернова. Сегодня 5 июня, и я вот такой урожай огурцов получаю с тех самых, которые я садила в ведра. Кто-то скептически к этому относился, писали там комментарии такие, что все равно с них ничего не вырастет. С них очень даже хорошо, что выросло, они разрослись. Вот они, идут до самого-самого потолка теплицы моей, которая к дому пристроена. И мы даже не успеваем их съедать, видите, уже и старые попадаются большие. Вот сегодня я сняла их для того, чтобы они не старели, просто что-нибудь решила куда-нибудь использовать, чтобы не висели и не старели. Вообще, ранний урожай огурцов получить очень просто. Будущей весной я все буду повторять назад, снова эту процедуру садить очень рано и высаживать в ведра, а потом уже переваливать в бочки или в грунт. Кто хочет, может присоединиться ко мне. Все материалы, моя зимняя статья и зимние видео, ролики по выращиванию ранних огурцов у меня на странице. Заходите. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. А я пошла кушать свои огурцы. До свидания. Желаю вам таких же урожаев, обильных и всегда свежую зелень на столе.